Вот ведь парадокс. Чем больше узнаем мы, чем глубже проникаем в природу человека, в тайну человека, тем все больше и больше загадок. И сейчас на пороге 21 века мы подошли к той грани, у которой должны осознать нечто новое, что вдруг так мощно открылось нам в человеке, в его жизни на Земле. Надо остановиться, прислушаться, попытаться понять себя. Чистота, доброта, любовь. Вот хорошо, продолжайте работать, не спеша. Итак, начинаем диагностику. И Виталий Николаевич, правильно, да? Просьба, пожалуйста, представить больного, которого мы должны посмотреть. Имя больного. Микрофон, да, имя больного, пожалуйста. Больной Виктор, 48 лет. Возраст даже не надо. Виктор, этого достаточно. Хорошо. Как в соборе, Виктор. Даю фантом. Все, смотрите больного. Врачи, профессиональные медики собираются на эти странные занятия. Ведет занятие исследователь Вадим Поляков. Аномальные органы. Я пока могу сказать только предварительные данные, потому что подробно посмотреть еще не успел. Но у меня получается, что что-то есть очень сильное, в смысле аномальная зона в области кишечника, восходящего и поперечно-водочного отдела. Кроме этого, есть вот печеночный угол, правильно. И это самое, сосудистая патология присутствует, немножко левый желудочек. Так, пожалуйста, ваше мнение. Основное, это сердечно-сосудистая патология. Это, по-видимому, ишемическая болезнь сердца, хроническая. Это нарушение сосудов головного мозга, преимущественно справа. Нарушение тоже ишемического плана. Имеется изменение энергетики в толстом кишечнике, увеличение печени, поджелудочной железы и хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Так, посмотрите сердце. Что в сердце вы видите? Подробнее. Игорь Адамович, а что вы считаете? Ну, я хотел бы обратить внимание всех присутствующих на то, что в настоящем времени диагностику этого больного проводить невозможно. Мне, например, пришлось возвращаться минимум как на полгода назад. Это говорит о том, что больной давно умер. Мы сейчас диагностируем только энергетический фантом. И мне кажется, это обстоятельство могло способствовать тому, что существовало здесь в зале очень много разных мнений по поводу причины смерти, я подчеркиваю, смерти этого больного. В настоящее время этого человека не существует. Это основное, что... Но причина добавить. Смерти... Причина смерти, конечно, здесь патология желудочно-кишечного тракта и сердечная недостаточность. Мы действительно сейчас смотрим человека, который умер. Поэтому здесь целесообразно и правильно смотреть его фантом на протяжении ретроспективной динамики. Причина смерти – вопрос самый сложный здесь, потому что, работая только ответом «да» и «нет», а мне приходится уже регулировать, так сказать, здесь вопрос информационным полем, год назад не получается, по месяцам 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 месяц приближается, 20 дней приближается, 10 дней – мало, где-то в районе 20 дней у меня получается, я сейчас точно не уточняю, но где-то в районе 20 дней назад наступила смерть. Мы только что осмотрели больного, причем некоторых было впечатление, что больной умер. У всех или не у всех? Больной-то действительно мертвый. Я смотрел его на 8 февраля этого года. Тогда он был еще живой на 2 часа дня. Диагноз его звучит следующим образом. Хроническая ишемическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз, нисходящей ветви левой коронарной артерии, как совершенно правильно указывали. Причина смерти – острая коронарная недостаточность. Каждый орган имеет свое представительство на всех участках тела. И здесь гораздо больше точек, чем на зону Захарина-Геда. И здесь имеется тысячи точек, но их очень легко определять. Значит, например, мы хотим определить точки почек, которые связаны, ну, точку, связанную с левой почкой. Настраиваемся на левую почку человека и
следим, чтобы было взаимодействие с левой точкой. После этого вот мы чувствуем, что в этом месте притягивает. Настраиваемся, мы хотим найти те точки, которыми нужно лечить человека. Итак, с левой почкой будет связана вот эта точка. Дальше опять ждем, когда происходит отталкивание руки. И опять можем найти, что вот эта точка будет связана с левой почкой. Сначала я настраиваюсь на вибрации, которые получаю от почки. Через некоторое время руку начинает отталкивать. Удерживая ощущение вибрации, я иду по ходу поля и куда притягивает руку. Воздействие на точку, в которую притянула, можно воздействовать и на почку. Можно воздействовать, меняя положение руки, на разные зоны почки. В настоящий момент воздействие идет на нижнюю часть лоханки. Если руку переместить, то воздействие пойдет на верхний полюс почки. Мы, люди, буквально купаемся в океане электромагнитных, гравитационных и других полей, но не ощущаем их. А те, кого мы называем экстрасенсами, ощущают. Видимо, существует в мозгу человека некий сенсорный чувствующий канал. И настроившись, направив поток внутренней своей энергии по этому каналу, человек может получать информацию о другом человеке. Все биологически активные точки на теле человека излучают энергию. Эти излучения как бы создают защитные оболочки вокруг тела. Они напоминают скафандры, и как бы вложены одна в другую по принципу матрешки. Далеко выходит человек за рамки своего тела. И если оболочки двух людей пересекаются, то между ними может произойти контакт. Информация начинает переходить от одного человека к другому. По-видимому, этим объясняются способности некоторых людей понимать мысли и чувства друг друга. А если предположить, что какие-то самые дальние оболочки у всех людей общие, то что же выходит? Выходит, что они образуют единое поле человечества. И таким вот образом каждый человек связан со всем человечеством и, значит, может получать информацию о любом человеке, где бы он ни был. Расстояние не играет никакой роли. И не только о человеке, но и обо всех предметах, явлениях окружающего мира, так как энергетически эти оболочки существуют вокруг любого тела живой и неживой природы. Группа Полякова определяла аномальные зоны в разрушенных городах и поселках Армении. Определяла места, где ни в коем случае нельзя вести строительство. Земля ведь тоже живой организм, болеет, страдает. И с помощью сенсорного канала можно увидеть эти ее болезни. И у каждого из них свой способ видения. Мы проводим диагностику по тепловому следу. Передо мной 4 фотографии. Я концентрирую внимание на одном из этих образов и тепловой след этого образа переношу на лист бумаги. Затем я передаю этот лист бумаги одному из врачей-экстрасенсов, и они проводят диагностику этого человека по тепловому следу. Значит, вот теперь другого человека я задумываю. Мысленно переношу его информацию на бумагу и также этот тепловой след передаю. То же самое в третий раз. Теперь еще одного человека я представляю, наношу тепловой след на бумаге и передаю третьему врачу. Четвертому врачу опять неизвестная для него информация. Теперь наши врачи подносят как бы руку к этому листу бумаги,
улавливает информационный код, который заложен, сохранился на этом листе, и затем переносит его на атлас, где строится образ фантом человека, и они должны этого человека продиагностировать. Они должны сделать диагностику человека и в соответствии с этой диагностикой также определить, какую из фотографий я представлял. Юля, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, след тепловой какого человека я представил и его диагноз приносит? Ну, я думаю, что это вот эта пожилая женщина. Ну, я посмотрела, здесь очень много возрастных изменений в организме, возрастные изменения и в головном мозге, атеросклеротические изменения, и изменения по всей эндокринной системе. Что же они все-таки видят? Что улавливают? Тела-то нет, но есть след, информационно-энергетический след человека. Оболочка, копия, фантом, двойник. По-разному это называют. Так может быть, это как раз и есть то самое, что дается человеку от рождения до смерти. То, что и после смерти не исчезает, а хранится в космической копилке, едином информационно-энергетическом поле. Может быть, это и называется душой. Затылочная доля, левая ключица, правая часть грудной клетки, в области левой почки, может быть, ушибы, может даже разрыв. Но я так предполагаю, что это травма здесь была. Невидимое, неощутимое и все-таки существующее. Все-таки существующее. Так, внимание, начинаем диагностический эксперимент. Через 5 минут сюда приведут больного. Мы не знаем, какого, он будет выбран случайным образом. Заранее вы должны преддиагностировать его. Больной будет находиться вот в этом месте, сюда мы его поставим. Через 5 минут здесь будет больной. Информация об этом уже есть сейчас, хотя мы не знаем, какой больной будет. Постарайтесь продиагностировать этого больного и определить его аномалии, основные зоны его аномалии. Значит, первая задача, самые основные зоны, начните с того, что определите основную зону одну, и затем еще 2-3 зоны. Мы начали работать. Значит, определяем методом пандеромоторного письма. Понятно, что каждый из вас может определить просто взглядом это, но в данном случае нас интересует метод пандеромоторного письма. Чтобы эти данные были количественны, их можно было вводить в машину. Так, посмотрели немножечко. Ну, давайте начнем. Возьмите картинки и в динамике посмотрите, где отталкивает, и основные аномальные зоны посмотрите. Можно взять мозг, как, Оля, ты смотришь, где частоты больше, где меньше. Больше амплитуда, где частота, какой характер колебаний, сразу можете найти. Частота больше в затылочной зоне? Вот, смотрите. Сердце, как у больной, видали. Напоминаю, что больной нет. Больная будет только присутствовать. Мы диагностируем заранее из будущего. То есть мы заглядываем в будущее. И все ставят диагноз по образу, которого еще нет. Никто из нас еще не видел больную. Больную только привезут. По сердцу. Мне кажется, у него гипертрофия левого желудочка в чистом виде. Мюкоочаговый диффузный кардиосклероз. Поверните картиночку и посмотрите сразу основные места позвоночника, где в каком месте больше завязки и где больше вибраций. 11-12, вот там где-то. 11-12 или 11. Да, там, скорее всего, все эти завязки как раз там. Посмотрите внимательно. Так, да, хорошо. Да. Давайте попробуем пригласить больную.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александра Львовна. Александра Львовна, вот у нас просьба, вот сюда, вот встанете так, вот лицом сюда немножко поведитесь. Теперь вы посмотрите Александру Львовну на нее и быстренько сделайте диагноз, насколько совпадает то, что вы смотрели, когда вы ее еще не видели. Юля, подойди, в руки не держите, немножко расслабьте. И еще сделайте полшага вперед. Вот так. Вот просьба такая, Юля, попробуйте показать ручкой основные зоны. А вы сразу смотрите, вот точки, которыми вам нужно массировать для того, чтобы себя лечить и приводить в порядок. Видите? Вот так. Вот синхронная точка, видите? Так. И вот сразу можно показать. Так. Видите, эти зоны связаны между собой. У них одинаковые частоты. Руку отталкивает, рука идет. И вот новая зона, которая синхронна с ней. Садитесь, Юленька. Можно взять рамку. Если шарик взять и позволить ему идти на голову, вот он притягивается к тем же самым зонам, которые показывала Юля. Видите, опять уходит туда, где частота ниже его притягивает, затем идет отталкивание, шарик разворачивается и притягивается к определенным зонам, которые, так сказать, аномальны. Таким образом, если человек... Откуда берутся у людей эти уникальные способности? Да и насколько вообще они уникальны? Может быть, они заложены в наших генах? Вот расшифруем геном человека. Узнаем. И ориентировочно сказать диагноз, как вы предполагаете, заболевание. Значит, общее наше мнение таково, что у нашей пациентки Александры Львовны основными аномальными зонами являются зона поджелудочной железы и зона билиарной системы. То есть это имеется в виду печень, желчевыводящие пути. А также в поджелудочной железе. Здесь либо явление хронического панкреатита, либо начальной стадии диабета. Мы провели диагноз, заранее еще не видя больного, из прошлого в будущее. Теперь, Александра Львовна, какие диагнозы у вас есть на самом деле, какие ставили вам диагнозы, что вы знаете? В общем-то, у меня в анамнезе перенесенный гепатит, достаточно давно, начальная стадия диабета. Ну, вопросы какие-то будут к ней, врачи? А как же икона организована? Вот голова окружена, прямо округло, чувствуется объемно вот эта нарисованная зона. Здесь можем также настроиться на красный цвет. Значит, если я отойду, на красный цвет на иконе. Но этот красный цвет, который мы настроили на иконе, он все равно плавный. Он очень приятный. Вот на белый цвет. Белый цвет тоже спокойный, но тоже как удивительно приятный. Столько в нем мудрости, богатства, какой-то удивительной чистоты. Вот таким образом каждый из нас может посмотреть, вот что икона сделает в пространстве. И вот видите, сейчас притяжение идет, дальше накачка, энергетический слой накачки. Сейчас он будет, как частота на нем будет выше, чем рука, руку начнет отталкивать. Вот сейчас частоты почти сравнялись, но идет накачка, накачка, накачка. Теперь частота на картине больше, чем частота руки. Вот. Руку начал отталкивать. Руку стала отталкивать. Пока наоборот, частота падает у руки, пока у руки частота не уменьшится настолько, что будет меньше частоты картины. И тогда притянет именно в ту точку, где частота самая низкая. Так называемые силы Бьюркинса. И так можно рассматривать структуру всей картины, иконы вернее. Это улучшает мое состояние. Доставляет не просто мне удовольствие, но лечит меня. Биофизики Института биохимии Академии наук Украинской ССР нам удалось обнаружить очень интересное явление. Это явление коллективного движения микроорганизмов в условиях градиента электромагнитного поля высокой частоты. В условиях градиента тех же самых миллиметровых волн. Это явление мы назвали радиотаксисом. Вот. Пока что это один из очень таких хороших способов детектировать и видеть сильное информационное влияние вот этого поля.
потому что все клетки коллективно начинают двигаться в одном определенном направлении. Если включить поле, вот уже в момент такого спокойного оседания клеток, включить генератор, то эти клетки начинают вести себя как толпа в панике. Они бегут, причем в неожиданном направлении. Даже при одной и той же частоте они могут в одном случае бежать вверх, например, в другом случае убегать наоборот вниз. Вот. Но что интересно, уже примерно через 7-10 минут наступает адаптация. То есть они привыкают к этому воздействию и выходят примерно на прежний уровень. Вот и этот результат, вот как будто им дали такой удар битьем, вот, потом оно все выравнивается. Вот. По-другому получается, если воздействуют люди. Ну вот это, вот по-моему, тут... мое воздействие, может, которое быть. Вообще никакое. Нет, ну тут немножко оно подавляется, ну, все-таки. Да. Да. Вот. Это средние, со средними экстрасенсорными способностями люди. Угу. Ну вот это те, которые действительно обладают. Да, это наша Валя. Валя Сергеенко. Мне кажется, они под это возбуждение. Я же... Мы в резонанс вошли вот друг к другу. И теперь этим полем мы окутываем клетки. И расстояние такое, вот, то есть в этом поле ощущение такое какое-то что-то плотное, густое, такое вязкое. И у меня в ладонях ощущается, как будто что-то вот бегает живое по всей ладони. Мурашки. Да, и тепло в руке ощущается, тепло даже в солнечном сплетении. И согревается все тело, тоже опять жарко становится. Вот почувствовать тепло, реальное тепло, конечно, вы не можете. Но вот то, что между вами и ними есть обмен информацией, это бесспорно. А мы подали заявку на авторское свидетельство, которое так и называется. Способ оценки экстраиндукторной способности. Ну, почему мы назвали экстраиндукторной? Потому что способность влиять на другие объекты биологические – это более индукция. Экстрасенс, сенсор – это чувствительный. Значит, экстрасенсор – это экстрачувствительный. А экстраиндукторный – это экстравлияющий. Да, конечно. Я думаю, что можно, пожалуй, вот этот метод и положить в основу, так сказать, ну, тестирования, что ли, экстрасенсов. Потому что, действительно, мы испробовали многих людей в качестве потенциальных экстрасенсов. Вот. И у нас даже получилась такая шкала. Ну, прежде всего, сотрудников мы попробовали в своей лаборатории. Вот я, например, никак не могу воздействовать на клетки. Алена Игоревна немного может. Вот. Но, конечно, вот Валентина Федоровна Сергиенко, она действует исключительно. Вот по той шкале, которая у нас получилась, у нее воздействие равно 180 условных единиц. Да-да-да, легкости и пустоты ощущения. Так, резко подключилось солнечное сплетение. Одновременно подключились руки, теплота. В руках подключилась правая нога. Общее такое движение, начиная от солнечного сплетения к ногам. Простите, ваше имя, что как? Юрий Викторович. Юрий Викторович, вот обратите внимание, как сейчас глаза? Так,
идет такая сперва небольшая резь, и вот сейчас как бы немножко такой прохладный выход. Глаз немножко холодеет как бы. Так, вот и сейчас. Секунду, сейчас. И вот сейчас... Боль прошла? Боль, да, как будто она вышла. Болевые ощущения все полностью прошли, да? Да, Ломович, глаз совершенно не болит. Так, отбалансируем сейчас, секунду. Как будто небольшая... Так, ясно. Вот на этом сеанс закончен. Значит, ну, будем продолжать. Большое вам спасибо. Будем продолжать работу. Хорошо, спасибо. До свидания, до новых встреч. Когда мы впервые встретились с этим человеком, его имя было известно немногим. Сегодня Алана Чумака знают миллионы людей. Большую часть своей жизни вы занимались тележурналистикой, а сейчас вдруг перешли к активному целительству. Почему бы это? Ну, судя по всему, тележурналистика была тому виной. В свое время я решил сделать целую серию разоблачительных репортажей об экстрасенсах. Но для того, чтобы разоблачить, надо было внедриться в их среду, понять их философию, чем они занимаются. И вот шло время, я внедрялся, перенимал их понимание жизни. И вот к тому времени, когда я в этом разобрался, занятия журналистикой, честно говоря, стали мне практически неинтересны. Ну хорошо, а как же это все у вас начиналось? Ну, судя по всему, начиналось так же банально, как у всех остальных. Начал пробовать диагностировать людей руками. Начал воздействовать с желанием исцелить, помочь. И результаты стали появляться тут же на глазах. Удивительные. Удивительные исцеления по тому времени для меня. Начал нарастать поток людей. Начались звонки по телефону. Бесконечные звонки со всех концов Советского Союза. И я тогда решил попробовать сам работать по телефону. Идея-то не моя, и придумка не моя. Да, в общем, честно говоря, в то время я и не верил в возможность такого. Но решил попробовать. И вот как работать. Как работать с людьми, которых никогда не видел, не знаешь, не слышал, не знаешь, чем они больны. И тогда я вынужден был придумать этот образ. Вот берешь трубку, раздается там голос, и ты начинаешь представлять себе этого человека в виде образа, с которым начинаешь работать. И я начал ощущать этих людей, чувствовать, начал работать. И к моему совершеннейшему удивлению и радости результаты оказались такими же хорошими, как и при личном контакте. Ну а что касается создания лечебных видеокассет, то это моя идея, и думаю, что это мой приоритет. Смотреть на меня не обязательно. Попробуйте даже закрыть глаза и только прислушаться к тому, что будет с вами происходить. Пожалуйста. Ну что же здесь происходит? Эта запись дает возможность создать общетерапевтические сеансы широкого диапазона воздействия и сеансы, направленные на воздействие на определенные системы человека или отдельные органы. Тут как бы происходит фиксация вашего состояния? Да, фиксируется мое состояние во время работы с больными, и оно переносится на огромные массы людей. Ну, как там, процент какой? В эксперименте мы получили, в клиническом эксперименте, мы получили 94% положительных результатов. Но, честно говоря, 10, 15, 20, 50, это уже было бы прекрасно. Хотя 94 было значение. Ну, вы не считаете, что это может быть психотерапия? Ну, может быть, элемент психотерапии здесь и есть, и очевидно присутствует. Но, опять-таки, клинические эксперименты показали, что существует некое другое воздействие, энергетическое. Ну, допустим, выведен камень из желчной протоки, поставлен на место позвонок, рассасан тромб. Я, например, не слышу, что психотерапия занималась такими вещами. Я вижу самые широкие перспективы в использовании этого метода. Там, где не может работать целитель, там, где нужна людям помощь, будет работать видеокассета.
год отснятый тогда же эксперимент. Непрозрачные конверты уложили уже известные вам карты с 5 символическими знаками. Опыт проводил доктор физико-математических наук Ипполит Моисеевич Коган. Пожалуйста. Круг. 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 Звезда. Полоски, но я еще посмотрю. Вертикальные полоски. Вы... Постараюсь, да. Полоски вертикальные. Ничего не вижу. Пустой конверт. Действительно пустой. Я волнуюсь. Крест. Крест. Круг. Квадрат. Крест. Звезда. Ромб. Это квадрат перевернутый, наверное. Действительно, квадрат повернутый. Двойное изображение. Два символа в пакете. Круг и полоски. Полоски вертикальные. Действительно, круг, полоски. Сколько? Сейчас посмотрим. 15 из 20. Только вот в пятой строчке, когда был пустой пакет, а вы его отметили крестом, там пустой пакет. Вот да. Правда, в серии наших многотысячных экспериментов бывали результаты, ну, 25 из 25, допустим. Но это, конечно, были уникальные результаты. Но вот в этой книге, вот «Прикладная теория информации», я опубликовал все, что мы имели по данным мировой литературы, то, что сами проводили эти эксперименты. В общем, их набирается десятки тысяч. И тот пример, который мы видели сегодня, это один из ярких примеров, может быть, один из наиболее ярких. Люда, как вы все-таки видите? Ну, очень просто. Во-первых, я закрываю глаза. Это обязательно. И у меня появляется мой экран. Этот экран находится вот внутри. Там вот. Внутри. Экран серого цвета. А символы, вот когда я беру пакет и смотрю на... Ну, стараюсь увидеть, что там, что в пакете, то они могут быть черного цвета, зеленого и красного. Почему именно такие цвета, я понять не могу. Вот то, что Людмила Андреевна говорит, очень характерно. Вот эти субъективные впечатления, о которых она говорила, они практически высказываются одинаково и почти в одинаковых словах людьми, совершенно друг с другом незнакомыми, на разных языках, живущих в разных странах. Вот это, с точки зрения психологической, видимо, весьма интересный факт. Ипполит Моисеевич, прошло 9 лет. Что сегодня? Ну, 9 лет – это срок, конечно, еще очень небольшой. Но и тем не менее, за то время, что прошло с тех пор, мы проделали большой объем уже исследований по развлечению уже не только карт Зеннера в пакетах, но и развлечению магнитов, бактерий, химических веществ и так далее. Ну, а в последние там несколько лет вдруг обнаружились способности Людмилы Андреевны к тому, что называется дальновидением. Определять, получать информацию о разных событиях, которые произошли на больших расстояниях. Причем, естественно, вот...
эта форма чувствительности Людмилы Андреевны, конечно, уже затрагивает интересы многих людей. Я считаю, что каждая фотография, личная вещь человека или его письмо несет след энергии этого человека. И вот когда мне приходится работать с фотографией, я, значит, над фотографией ставлю свою ладонь и пытаюсь вот эту вот энергию всю как бы впитать в себя. И вот когда мне это удается, тогда мое сознание получает какую-то информацию. Иногда эта информация бывает короткой, а иногда немножко больше. И я тогда знаю, что человек жив или мертв, как он погиб, несчастный случай или его убили. А если мне приходится искать еще работать с картой, то я тогда пытаюсь запомнить вот ощущение этой энергии, провожу рукой по карте, как бы ищу следы этой энергии. И вот в том районе, где я ее нахожу, я и говорю, что в этом районе нужно искать данного человека. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о поиске Саши Попова, тем более, что здесь присутствует его брат. Я по фотографии Саши определила, что он мертв. Был сильный удар в голову. А по его шарфу, сосредоточившись и подключив к работе свой внутренний экран, я увидела следующее. Я увидела речку, лес, дорогу в лесу, труп Саши, его убили. Я увидела его позвоночный столб, совсем обнаженный, и на нем было два ребра только. Увидела сердце Сашина, которое как бы находилось в пространстве. Оно не лежало на снегу, оно находилось отдельно от тела. Труп Саши был зацеплен за сук дерева, за пояс. Рядом с трупом я увидела нож. Потом по карте географической я определила район, где искать тело Саши. Это вот это вот место, которое обведено пунктиром. В этот же день, 13 мая 1987 года, мы составили протокол. Это вот этот протокол. Записали все то, что я говорила, и этот протокол подписали. Протокол от 13 мая. Олег, а что же произошло потом? 3 августа 1987 года в лесу на территории, обозначенной Людмилой Андреевной, были местным жителям обнаружены останки моего брата. Причем картина была весьма схожа с той, с которой обрисовала Людмила Андреевна. Ипполит Васильевич, что же мы его тут наснимали? Ну что вам сказать на это? Явление, конечно, настолько необычное и сложное, что подчас возникает сомнение, не случайность ли это, не мистификация какие-нибудь, просто наша ошибка. Ну вот, у меня тут есть ряд протоколов. Ну вот, например, телеграмма матери, которая благодарит Людмилу Корабельникову за то, что она помогла найти ее, к сожалению, погибшую дочь. В Волгограде там двое друзей вместе с третьим там как-то проводили весело время, и этого третьего убили своего. Значит, Людмила Андреевна помогла найти вот труп этого убитого. Или вот, пожилой человек был в больнице с каким-то мозговым заболеванием, потом куда-то ушел, потерялся, пропал. Обратились к Людмиле Андреевне, она сказала ей искать его в другой больнице. Ну, нашли, и так далее. Ну, когда
Столько наблюдений, вроде надо считаться с ними как с фактом. С другой стороны, они настолько необычны, что вполне возможно не сводятся к каким-то физическим явлениям, физическим процессам. Возможно, здесь мы имеем дело с какими-то явлениями типа чувственного восприятия, эмоционального восприятия, интуиции и так далее. Но мне представляется, что любой ученый, столкнувшись с такими даже непонятными фактами, ну, должен все-таки заинтересоваться и попытаться раскрыть их существо. Тем более эти проблемы имеют, как вы уже видели, такое большое, ну, чисто человеческое значение. Моя первая колдунья, и я уже не беру это слово в кавычки. Как иначе обозначить феномен Корабельника, когда человек получает нужную информацию вроде бы ниоткуда? Впрочем, уважаемый зритель, мы с тобой все больше погружаемся в мир явлений, перед которыми бессилие отступает и наука, и просто здравый смысл.
Это явление известно уже давно. Оно изучалось еще в 30-е годы советскими учеными Познанской и Леонтьевым. Сейчас эта проблема широко изучается у нас, на Урале. Мы в нашей лаборатории развиваем световую чувствительность кожи с помощью специально созданной установки. Вы замечаете разницу? Да, красный цвет чувствуется теплее, чем желтый. Вот это снова желтый цвет. А это опять красный. Это красный. Это желтый. Это зеленый. Зеленый более прохладный. Сейчас на руку действует красный цвет. Чувствуешь этот красный цвет? Ну, чувствуется небольшое покалывание, жжение на ладони, на самой. Ну, еще какие-то особые, я даже затрудняюсь просто сказать, какие. Ну, такие, которые есть, ну, ощущения, которые чувствуются только лишь на красный цвет. Кожное зрение – это совсем не то, что зрение глазами. Здесь целый комплекс ощущений. Он включает в себя температурную чувствительность и осязание. Мы пытаемся найти те пути, те методы, посредством которых можно разработать методику обучения слепых чтению обычного плоскопечатного текста. И если нам удастся помочь этим людям, мы будем считать себя, ну, просто счастливыми. Эта буква довольно-таки широкая, теплая. Да. И мохнатая. Даже мохнатая? Да. Это Ж. Верно. У этой буквы есть две вертикальные прямые. Они соединяются посередине. Это И. У этой буквы тоже есть вертикальная прямая. И полукруг справа. Это Р. Молодчинка. Дальше. Пожалуйста. А у этой буквы прямые как бы расходятся сверху из одной точки. Так, лучами. Так. Прямо любимыми словами так и пиши, как Люда говорит. И они соединяются тоже в середине. Это А. А у этой буквы тоже есть вертикальная прямая, полукруг справа, как у Р, и слева тоже нечто вроде полукруга. Ой, какая это буква. F. Умничка. Какое слово? Жираф. Молодец. Эти способности встречаются у людей не так уж часто. В зачаточном состоянии, ну, скажем, вернее, в зачаточной форме, они присущи, по-видимому, каждому человеку. Но ярко выраженная одаренность встречается не так уж часто. Ваша задача заключается в том, чтобы из предложенных кассет выбрать ту кассету, которая заряжена красной пленкой.
Пожалуйста, начали. Нет. Начали. Нет. Начали. Красный. Проверим. Правильно. В принципе, человека можно научить не только различать цвет через непрозрачные среды, но даже и читать. Конечно, это намного труднее, и сам процесс более сложный. Но это возможно. Все готово? Угу. Да, пожалуйста. Пожалуйста, посмотри. Все ли буквы знакомы? Попробуй прочитать про себя. Ты мне скажешь, если все прочитаешь. Так, ну-ка, все буквы знакомы? Немного в первый, вот, сомневаюсь. Так, ну, пожалуйста, посмотри. Почувствую контур. Что ты чувствуешь? Ну, эта буква не очень теплая, такая. Значит. Так. Слева у меня, значит, палочка идет. Какая палочка? Вертикальная. Затем направо идет тепло, похоже на букву «Р». Проверь еще раз, ты уверена, ну? Да, это «Р». «Р», да? Угу. Так, а остальные буквы все знакомы? Еще раз сейчас проверь, еще раз, пожалуйста. Проверь. Вот последняя точно «А». Потому что так ясно чувствуется. Угу. Палочка и вообще... Контура, как буква, да? Как буква А. А средняя? Нет, последняя. А средняя буква? А средняя. Ты говорила, что она тебе знакома? Да. Какие? Буква О вторая. Так, четко. Угу. Тепла много очень на ней. Третья. Уже сомнение, да, называют нет, буква это, да? О, да, да? Так, и еще буква? Третья буква. Она чем-то даже напоминает О у нас. А чем? Также овально. Только, правда, внизу палочка. Вертикальная, ой, горизонтальная линия. Так. Буква Д. Ну, и какое слово получилось? Руда. Угу. Уверена? Да. Я вскрываю. Можешь снять маску? Ну, вот. Совершенно верно. Слово «руда». Основной целью наших экспериментов является изучить природу кожного зрения. Изучение этого явления прежде всего расширяет знания наши о малоизвестных
почти неизученных познавательных возможностях органов чувств человека, его мозга, и представляет большой интерес для многих наук. Можно понять энтузиазм наших уральских коллег. Но скажем прямо, что до практической реализации этих намерений еще далеко. Кроме того, обычно испытуемые не так быстро осуществляют распознание объектов, как это вы могли сейчас видеть. Здесь отобраны кадры наиболее быстрых решений. Надо сказать и то, что физическая природа этих явлений тоже далеко еще не выяснена. Во всяком случае, пожелаем успехов исследователям. Они находятся в начале пути, и путь предстоит большой. Вы знаете, руки вообще это передатчики. У нас приезжала с Новосибирска буквально 3 дня тому назад от Бутейко. Слышали? Да. Она сама профессор Эмма Ивановна. И вот она обошла всех экстрасенсов. И она сказала, вы настоящий рентген. У вас руки и ваши глаза. Она пишет сейчас только. Одни написали в одной газете мне приносили, что меня молния ударила. Ужас. А у меня работала крановщицей на шахте Петровской. Вы понимаете, у нас же кран не работал. Был на ремонте. Крана на корпус замкнула, ударила на корпус. И был один выстрел, как взрыв. Но второго я больше ничего не помню. Ничего. Еще я была в больнице, я замечала, но я считала, что это что-то, видимо, с психикой у меня, что я схожу с ума, вы понимаете? И вот меня уже выписали из больницы, стою я на остановке у себя, я жила еще на Петровском районе. И это было в августе месяце, стоит на остановке женщина. Она легкое такое платье, и вот у меня глаз левый был перебинтован. Завязана. И стоит женщина, и я на ее, мы вдвоем стояли. И я вижу то, что у нее как ощущение, как движение какое-то. Но я даже не знала, что существует, что такое перистальтика.
Я вот ощущение такое тонкого кишечника, как вроде бы солитер двигается. Но представьте, увидеть, никогда не видя, и увидеть впервые такой ужас. Я так и подумала, что это я схожу с ума. Ну как это? Какое? Даже не знала, что такое галлюцинация. Это я сейчас уже... Вы поняли меня? Это было самое первое. Давление тоже поехало у него сейчас. Но это не вело, но очень часто колебания. Слышите, мужчина? Да. Часто колебания давления. Я сказал, в настоящий момент в пределах нормы. Так, смотрите туда, расслабьтесь. Трахея, первичные бронхи, все забито мокротой. Спасибо. В этом участке какое давление у него? Говорю, вот в этом участке мышца отчинилась от кости. Вот смотрите, какое место частенько будет вам. Вы видите, что делается? Больно, да? В этом месте. И на верхушке легкого у него отчажок. Теперь все подышите. Сначала, когда я начинаю смотреть человека, передо мной стоит скелет. То есть я вижу все изменения, которые на костных суставах, на позвоночнике. А потом, когда я руками начинаю прикасаться, как при мультипликации идет нарастание мышц, и там я вижу, какие изменения. Вот если бы вы были женщиной, у которой есть дети, она бы меня поняла. Вот смысл этого, когда кормит женщина грудью ребенка, ощущение такое, что с нее что-то тянут. Вот такое я ощущение чувствую, когда я начинаю смотреть людей. Это все идет на подсознание. Но только чувствую, у меня в мозге такое какое-то идет движение. Но движение как что-то перемещается. А что это перемещается, я не могу объяснить, что это такое. Я вижу, вот объемно. Точно так, как помидоры в банке. Вы видите, вы же их видите объем, они не в объеме, не в плоскости. Подойдите сюда, посмотрите, как под рукой у меня краснеет его тело. Видите? Смотрите. Видно? Смотрите. Да. Вам видно? Или нет? А вот здесь, можно? Конечно, вот здесь, вот смотрите. Что вы чувствуете от моей руки? Тепло. А какое тепло? Большое тепло. Большое, да? Вы понимаете, я вижу строение человека, сразу скелет. Вы улавливаете, что здесь был левосторонний сколиоз? Сколиоз? Нет, вот я не буду прикасаться, вот по позвоночнику. Правое плечо, это видно. Это очень хорошо видно. Теперь вот смотрите, какой участок. Два раза было воспаление легких. Детка, слышите? Слышу. Так, расслабься. Вот смотрите, левая почка, или был удар на спину у него, что здесь было как гематома. Гематома была подкожная, вот именно вот в этом участке. Вот смотрите, вот. Ушибываете? Теперь вот в этой области немножко воспаленные остистые отростки. Так, дальше. Область почки. Почка мне не показывает изменения, но она немного ниже, чем положено. Она на одном уровне с правой. Она асимметрично должна быть немножко на уровне первого-второго поясничных позвонков. Лапонька, я до всего дойду, деточка. Я не могла высказать, выразить правильно терминами медицинскими. Ну, в общем, вернее, я не знала вообще анатомии. Потом я атлас достала анатомический. Как же называется все то, что я вижу? Вы понимаете, для того, чтобы видеть, нужно еще и знать, что видишь. Вот правая рука у меня... Я никогда правой рукой ничего не могла воздействовать на человека. Видите, у меня же идет только левая. Правая рука, там нет такого огня. Что это объяснить? Как объяснить? Правая рука совершенно не будет. Вот смотрите. А левая... Ну, почему-то. Ой,
волнуюсь, не дай бог. Знаете что, давайте завтра это все попробуем. Ну, смотрите, вот я же чувствую что-то, вот вроде бы сила есть, начинаю. Смотрите. Ну, здесь точки немножко плохо видны, потому что света очень много. Я, пожалуйста, прошу выключить свет, чтобы их можно было увидеть. Ну, пожалуйста, яркая точка. Ох. Посмотрим на больную. Вот одна точка. Горящая толстого кишечника на меридиане. Не бойтесь. Вот вторая точка того же меридиана. Вот это и есть биологически активные точки, состояние которых и определяет состояние внутренних органов.
то, что они точностью совпадают с теми точками, которые указаны в картах китайских меридианов, можно убедиться и воочию просто смотря на них.